Сегодня 29 декабря, дорогие мои. Вот молочник дед продает молоко. 11 часов дня, на улице солнышко, тепло, хорошо. Вот видите, вот этот дом, вот этот, я хочу про этот дом вам рассказать. Это не отель, это для родственников больных, которые приезжают в Анталию. Вот, для них бесплатно, вот по страховке, по страховке этого больного выдается вот эти комнатки, чтобы они здесь жили, пока их родственник или родственница находится на лечении в больнице, чтобы когда посещают, приезжают, где бы или им было останавливаться. Здесь полностью устроено все для них, как отель, но бесплатно. Поэтому называется Хаста Конак Эви. Вот, красиво его построили, хорошо. Вот он, супер. Вот, мне нравится. У них вот это все поставлено. Но я еще раз говорю, что это для своих граждан. Для своих граждан государство делает все. Вот детский сад, посмотрите. Это здесь могут детей даже оставлять на ночь. Вот. Тоже вот для родителей все условия. В каждом районе детские сады. В каждом маленьком таком микрорайоне, вот смотрите, площадка, вот тренажеры, вот детишки играются. Чтобы они на дорогу не выбежали, заборчик даже сделано. Вот волейбольная площадочка. Вот это все Ахатлы. Во всех районах также это. Вот БИМ, магазин БИМ, которым народ покупает все очень дешево, все продукты. Вот, как говорится, все есть здесь. Сейчас и Тахтакале рядом будет, А101, все шаговой доступности здесь все есть. Но я говорю, здесь жить можно, если деньги есть, если откуда-то вот какая-то прибыль есть, можно жить. Я вам вот это все показываю, чтобы вы уже, когда переедете, например, чтобы вы знали, где что находится здесь. Я и раньше в том канале показывал, ну и в этом, короче, показываю. По моему тому каналу очень много людей уже знает, что здесь даже переехали, они уже знают все. И даже до приезда они уже были знакомы, где что. Для них было ничего нового не было. Вы мне советуете, друзья, чтобы я раскрыл канал, чтобы подписчиков много было. А зачем это мне надо? Ну, были их у меня 5000 подписчиков. Вот. Ну и какая разница? Да, я, закрыв канал, многое понял в жизни. Вот как в детстве отец мне однажды купил хороший кожаный мяч. И у меня столько друзей стало сразу. Вот. И, короче, отец один раз мне говорит: сынок, это не твои друзья, это друзья твоего мяча. Я ему не поверил. И он аж обозлился один раз. Взял и порвал мяч и выкинул. Надоели, говорит, мне твои друзья около ворот стоят, говорит, тебя зовут. Тебе, говорит, дома надо свои дела делать. И, представляете, буквально на тот же день у меня ни одного друга не стало. Вот тогда я понял, что друзья были моего мяча. Потом я уже во взрослой жизни, когда первый раз купил машину, у меня столько друзей появилось, столько, да, это самое. И однажды моя машина сломалась. И друзей не стало. Они думали, что я продал машину. Вот то же самое и в канале. У меня вот 5000 было подписчиков. Ой, столько у меня было этих фальшивых друзей. Ребята, кто-то умолял, чтобы с ним посидеть, чай попить. Кто-то аж в любви изъяснялся, в вечной дружбе. Теперь это же люди
Изъясняйся вечной дружбе, любви другим блогерам, которые делали свои блоги, обсирая мой канал тот. Переезд в Турцию, например, все вот такие. Теперь они в них. Можно ли с вами встретиться? Контакт ваш можно? Господи, я вот это все читаю, надо. Я говорю, блин, вот настолько у нас народ такой, да? Вот друзья твоего имени, друзья твоих вещей, друзья твоих денег. Правильно у нас на Востоке говорят? Есть разные друзья. Друзья твоих денег, друзья твоей славы. Друзья твоей славы, друзья твоей жены. Вот. А друзья вот души очень мало, очень мало. Очень мало. Их почти нету. Вот. И вот закрыв канал я тот, понял, оказывается, сколько же у меня всего друзей. Не 5000, а 100-200 человек из них. То есть даже меньше, чем 10%. Поэтому я не хочу. Вот те, которые друзья у меня есть, они знают мой канал, они смотрят, что им надо, советуются, звонят мне, я им посоветую. Вот это настоящие друзья. А так, чтобы раскрыться, чтобы набрать 5-10 тысяч этих, господи, не надо мне это. Я человек с сытыми глазами, понимаете? У меня глаза сытые и от денег, и от славы. Все это у меня в свое время было. Я в течение года умудрялся открыть ресторан, магазины, вот, фирму хорошую. И все это просто подарить родственникам жены, жене и уйти. Сказал, возьмите, а ребята, подавитесь. И ничего. А где у них сейчас магазины? Где у них сейчас это все? Ничего нет. Вот. Люди такие, понимаете, люди все готовые любят. Люди любят преклоняться, пока у тебя под ногами, как говорится, у нас говорят, ветер ходит. Пока ты в движении. Вот. А друзья души нет, никогда. Человек так устроен. Вот. Ну и что, кто-то запереживался, что ли, что я закрыл канал? Да мало кто. Вот сотни, две сотни человек, и все. Остальные, наоборот, обрадовались. Вот, те, которые хвалебные оды мне писали. Поэтому мне это не надо. А эти голодные глазами, которые открыли каналы, обсирая мой тот канал, заходя в мою страницу, чтобы делать себе рейтинг. Ну, вот так я, их людьми нельзя называть. Их людьми нельзя называть. Не люди, понимаете, не люди в человеческом обличии. Вот. А по русски говоря, пидорасы обыкновенные. Понимаете? Ходить, себя обсирать. Я никогда ничей канал раньше не входил. Никогда. Даже если захаживал, никогда ничего не писал. Почему? Потому что зачем? Зачем это? Писать всякие гадости. Зачем? У каждого человека свое мнение в жизни. У каждого человека своя точка зрения. И его обсирать, чтобы на тебя вышли, чтобы на твой канал, чтобы ты себе делал рейтинг. Рейтинг на крови получается. Рейтинг на обсирании кого-то. И вот таких блогеров с каждым днем все больше и больше, больше и больше. Обратитесь к ним за помощью, никто из них вам руки не подаст. А если даже подаст, только за деньги. Только за деньги, будьте любезны. Вот. Хотя будут говорить, да нет, я это самое, знают опыт мой горький, когда просто за безвозмездную помощь мне как наказали. Вот. Так же их может это настигнуть, они это знают. И они говорят,
Да я просто, я никакого отношения к этим квартирам не имею. Да ты все имеешь, ты хочешь иметь, ты хочешь заработать. Потому что в Анталии другой работы нет. Вот, ты хочешь заработать. Вот, или риэлтор, или блогер. Другой работы здесь нет. А то, чтобы людям просто показать, просто для души. Вот, показать, вот, как здесь живется. Да вы что, бесплатно сейчас никто ничего это не сделает. Ничего. Вот так вот, дорогие мои. Поэтому спасибо вам за то, что вы у меня есть, остались настоящие друзья. Я для вас все буду показывать, рассказывать, делиться опытом жизненным. Мне все-таки 58-й год пошел. Вот. Чтобы вы не наступили на те грабли, которые я наступил. Вот. Я думаю, что вам будет очень хорошо. Вот. Спасибо за то, что вы есть. За то, что вы будете. Всех еще раз наступающим, дорогие мои. Я вас люблю. Вот смотрите, вот такие железные коробочки здесь ставят для того, чтобы люди бросили одежду вот сюда. Для тех, потом их раздают, потом для тех, кто нуждается. Видите? Одежда, брюки, обувь, все, короче, в общем, вот сюда. Для малоимущих. Очень хорошо построено. Вот это вот институт рта и зубов. Вот это построено. Красиво. Это тоже Махатлы. Вот так вот. Всем хорошего дня. Я вас люблю. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.